Уровень в реке Олей составляет 520 сантиметров, при критике 560. Снижение за сутки на 10 сантиметров. Это видео с беспилотников МЧС в Рубцовском районе. В течение двух последних дней там было жарко. С учетом резкого повышения дневных и ночных температур, уровень воды в Олее резко вырос. Группировку спасателей пришлось оперативно перебрасывать из Третьяковского района. Самая сложная ситуация в Саратовке. Там талая вода заходила на участки и подтапливала дома. Подразделения спасательные помогали жителям, когда вода заходила, помогали жителям поднять мебель, значит, помогали с домашними животными, скотиной помогали. В течение нескольких часов вопрос был снят с повестки дня. Сейчас на постоянном контроле ситуация в Камне на Оби. Сейчас там подтоплено талыми водами 27 приусадебных участков. Значит, несколько домов, вода зашла в дома буквально сантиметр 3-5. Думаем, что ситуация, тенденция будет в стабилизации. По данным спасателей, людям предоставили места для временного проживания. Ситуацию контролируют. Всего в период первой волны паводка 83 населенных пункта региона могут попасть в зону подтопления. А если брать обе волны, то речь пойдет уже о 182 пунктах с населением порядка 40 тысяч человек. По словам Александра Макарова, если не произойдет непредвиденных ситуаций, прогноз развития паводковой обстановки в регионе довольно благоприятный. По крайней мере, на сегодняшний день серьезных подтоплений не ждут. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.